Заливистые мелодии, лирические напевы, частушки, исполненные под аккомпанемент гармонии, звучали со сцены возле администрации Подрезкова. На фестиваль народного творчества «Играй, играй, моя гармонь» съехались коллективы со всего Подмосковья. Открывал мероприятие вокально-инструментальный ансамбль из Зеленограда «Русская песня». Кто поет, тому жизнь продлевается на 15 лет больше. Русская душа! Заиграет, сразу жить охота. Все болячки куда-то уходят. Фестиваль провели в рамках программы по организации досуга для населения «Химки. Интересно жить». В рамках этого проекта мы проводим мастер-классы, проводим различные мероприятия вокальной направленности, спортивной направленности, выявляя тем самым расположенность населения и интересы. Фестиваль «Играй, играй, моя гармонь» проходит в Химках во второй раз. Власти планируют сделать его ежегодным.